Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас 6 часа вечера. Саши не хочет идти на пляж. Я пойду одна и пойду босиком, потому что не хочу за собой тапки таскать и без него тоже в кафе сидеть не хочу. Вот. В общем, это вот такая вот массажная дорожка. Это только дойти вот до той дороги. В остальном уже будет все хорошо. Поснимать сансет. И вот, друзья, лангуры. 3 больших лангура. Сегодня думаю, что такое, ветки так прям ломаются вот здесь вот. Шла купаться днем. И вот здесь они прыгали с дерева на дерево. Я думала, еще потом придут к нам. Саша, думаю, мне расскажет. Нет, ускакали куда-то. Выкопала себе бассейн. Your? No. I was digging like this place, but then suddenly he came and started digging. I think he's found something or he's playing. He making swimming pool. Деловой. Ой, сейчас он обрызгает им все сумочки. Говорит, она пришла и стала рыть вот эту ямку. Это, говорит, не моя собачка. Ну, собачка-то явно домашняя. Она тут много бассейнов роет. Когда родится человеком, будет каким-нибудь ямокопателем или архитектором бассейнов. Все.
сегодня такой интересный отлив. Все в каких-то барханчиках.
Ей, наверное, несколько рейсов делать, да? Я думаю, да, несколько рейсов. Сегодня будет тачдаун? Вот это мое самое любимое упражнение. Вот это? Да, шавасана. Только это я и могу. У каждого свой фотограф, но все одинаковый кадр делают. Солнышко, они солнышко кладут на ладошку, смотрите. Да. Получается красивая фоточка. Вы что, так не фотографировались еще? Что-то меня делала со мной. Не солнце, а это она делала. Видео. Все, не будет тачдауна опять. Самые популярные фигурки на песке – это сердечки. Все, что нам нужно, это только любовь. Goa, five years, togetherness. Значит, Goa 5 лет вместе. Наверное, да? Together. Вместе. Ness. Тоже вместе. You married? Yes. You married? Oh, congratulations. Which city? Jammu and Kashmir. Jammu Kashmir. Jammu and Kashmir. Wow, from far away. And you are from? I am from Russia. Russia? Oh, thank you very much. Congratulations with marriage. Thank you. Bengals, Bengals. Thank you. Thank you. Jammu, Kashmir. Да, молодец какой. Какая поза лотоса. Все, после заката все вылезайте из воды, говорит. Никому нельзя в воде оставаться. Быстро темнеет, и скаты там всякие подплывают. Какая у него причесочка симпатичная. Палатки такие. Private, да, миленькие. Частные такие домики. А, вот-вот-вот огонь. Вот что они будут с ним делать, я не знаю. Может, что-то жарить. Вот у них даже рулончик фольги. Картошку можно сделать сладкую. Вот так же.